Автомобильная дорога Арани-Заиб реконструируется в рамках госпрограммы Минтранспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Речь идет о ремонте на участке 6 километров. Отметим, что данная дорожная территория осуществляет транспортную и культурно-экономическую связи с районом и самим селением Хунзах. Населенный пункт пользуется большой популярностью среди туристов, а этот путь является самым коротким также и в Шамильский район. Ремонт дорожного полотна включает в себя расширение и закрепление основания. Помимо этого, будут доведены до нормативных параметров продольные уклоны и виражи, проведен водоотвод с устройством водопропускных труб, а также укрепление и обустройство обочины и укладка асфальтобетонного покрытия. Дорожники не забыли и о безопасности. На участке будет предусмотрено установление ограждения, сигнальных столбиков и многое другое. Сейчас на месте работает более 20 единиц спецтехники и 37 специалистов. Завершение с вводом в эксплуатацию планируется в конце следующего года. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев, новости, телеканал «Среда».